Всем привет, ребята! Это Stu и 2K из Cloud9. И сейчас я разберу свою ситуацию в 2... Всем привет, ребята! Это Stu и 2K из Cloud9. И сейчас я разберу свою ситуацию 2 в 3 против Envious. Я обходил со спины через ступеньки на кобл. Обошел, потому что тайминг был хороший, так как они только поставили бомбу, поэтому их позиции были не самые лучшие. Когда я обошел их, я был уверен, что Кеннис только идет занимать свою позицию и не ожидает моего появления. И я словил его на этом. Затем Джордана выбили в коннекторе, и я сразу представил, как Хэппи отходит на балкон. Поэтому я начал простреливать дверь и каким-то образом убиваю его. Последний игрок ставил бомбу, поэтому он 100% был на планте. Я увидел, как он откинул смок, немного подождал, пока дым развеется, увидел, что он прячется в дыму, и сделал свой килл. Тяжело сказать, что для меня спорт. Я считаю, что это командная игра, где нужно прикладывать физические усилия. Но киберспорт это немного другое, на мой взгляд. Всем спасибо за просмотр, с вами был Stu и 2K из Cloud9.